Так, ну вот второй топор тоже будем заваривать и также подрезать, делать для второй ручки. Так, ну вот сделал я второй топор, наточил, вот такой вот он получился. Вот место завара, здесь еще была такая как мясинка, здесь производитель тоже был, все заварил. Такой там получился, ну топор года выпуска, наверное, поновее, поэтому меньше так побит коррозией, таких вмятин нету явных. Ну выглядит, короче, грубо, как тот. Вот, а этот, вот такой вот ятаган. Местами так вот он побит. Ну тоже своя, симпосика, тут все-таки есть красота. Своя красота здесь тоже есть. Вот. Такой грубый. Вот останется сейчас покрыт лаком вот этот. И можно будет на ручки насаживать. Вот сегодня нанесу слой, наверное, два, успею три лака. Будет. Вот цапон используем. Вот так. Так, ну вот сегодня обсадил два топора. Так вот аккуратно все подогнал. Проклеил к линии. Останется их дождаться, пока подсохнут, и обрезать. Вот. Три слоя лака цапон. Такой вот грубый получился медвежий рукояткой. И вот такой второй получился волк рукоятка. Когда подсохнет, думаю, еще сверху потом возьму лаком Surishine, пройду по рукоятке. Тоже все аккуратно подогнал. И здесь тоже склейка клинив. Так получилось. Ну вот со входа как выглядит топорик, как я здесь решил его повесить. Вот, висит на таких вот двух шпильках от клепок, когда-то оставались. Вешать удобно, висит аккуратно. Вот так аккуратно возле печки, никто ничего там не зацепится, не поранится, на своем месте. И эргономично все смотрится, даже со стороны сразу за входом можно обратить внимание. Так. Ну вот проклеил топоры. Такие вот получились. Соединения везде плотные. Шатается, все в порядке. Ну, еще надо немножко его размочить, но это влагостойкий клей. С ним ничего не будет. Вот. И вот второй. Тоже проклеен весь. Тоже все в порядке, ничего нигде не шатается. Плотненько обсадил. Вот. Он на своем месте.